Что там, рубежное взяли, как бы кричат, или что-то такое? Я себе говорю, за щеку только взяли, нихуя не взяли. Нихуя. Ну, абсолютно. а что, Там они же. что, в рубежном сидят? Там же, да, все там же. Тут он кричат, вперед, вперед, блядь, а идти некому вперед. Мне тоже рассказывали, что по телеку передали, что рубежные взяли. Хуй, кто Ну там да. брал, что, блядь. Вы на тех же позициях стоите, да? Угу. Понятно. Короче, вы где стояли, там и стояли. А они вообще ничего не отступают, ничего, да, так все? Да, ну, ебашим туда, он ездим, хуяримся. А, блядь, тут он и спецназ русский приезжал, тоже в пизды получили немного, ебать, прошлой ночью. Да. Нихуя пока, пока на месте все. Все на месте, короче, не сдвигайся, да. Ну, Мариуполь уже все полностью взяли. Да видишь, это все телевизор, хуй его знает. Пиздешь одна там, ебать, потом телевизору. Вы, короче, на месте колупаетесь, да? Да ну да, да, блядь, хули. Понятно, а что там чечены? Да те они, вон, пизды получили, больше они никуда не ходят. Сидят там на окраине города, ебать. Занимаются эвакуацией, блядь. Сюда фуры с колбасой гонят, а назад фуры с машиной и золотом, ебать. Типа гуманитарку сюда, а отсюда награбленное тянут, пидоры, ебать. Да, блядь. Ну то и все чечены, нахуй. Хуйлопаны, заебанные, нахуй.